Чё? Дельфины? Дельфины? Ты серьезно? Фотоаппарат мешает. Чё тебе фотоаппарат мешает? Гоняться с тобой. А чё ты до этого за мной тогда гонялся? Дельфинов на Волге увидел? Я же это... как бы... Сколько тебе? 47? Да. 47 тебе? 47. Он сейчас бегал за мной. Я тебя уже замаял 5 раз. Мама. Дурак. Я тебя задушу. Ай, ногтями, Женя. Ты мне ногу это обдерешь так. Ну давай, вставай. Ничего не хочу. А я хочу. Майя. Коза. Ты коза. Коза. Ух, я тебя. Коза. Давай, иди поближе. Поближе. Давай поближе. Ты слишком далеко уходишь. Ты поближе. Жека. А, так за тобой надо бегать, да? Пока ты... У тебя ж коленка. Нет, так нечестно. Задвинь обратно. Задвинь. Вот. Вообще их надо было посередине поставить, а там спотыкаться буду скоро. Падай, падай. Ага. Акула, смотри. Дурак. Засранец. Это что было? Это ты песенки поешь? Ну-ка поближе. Погромче, ну ты... Я уж не знаю. Упал! А что ты присел-то? Я банишь. Сейчас как прыгнуть через стулья. А знаешь, игра, когда есть человек бегает, допустим, он бегает, у него два стула. Да-да-да, вот я, кстати, вспомнила, когда ты это, начали бегать. Я думаю, сейчас со стороны так и все и подумают. А закат, смотри, какой закат красивый, Жень. Ну, смотри, смотри, говорю, какой закат красивый, че как дурак-то. Ты что, попу что ли подставляешь мне? Сорок семь? Так ты все-таки 47, что ли? Не, серьезно. Серьезно? Ну, 43. А, так ты меня обманул. Тебе 67? Или 76 тебе? А? Я тебя потом замаю. Потом, когда я уже буду занята другим делом? Не убежишь. Да? Не убежишь. Не убегу? Thank you.
плечом, блин. Вот так вот будут тебя месить. А, месить а, меня а, будешь? А потом вот так, раз, раз. Нет, ты в другом пока. Вот так. Так вот. Вот. Это что еще раз? Каравай из тебя сделал. Из меня? Да, если каравай. Будешь мне фантики кидать. Так ты же любишь фантики. Всегда радуешься, ой, когда тебе кладу. И будет из тебя хлебушек. Да, из меня хлебушек. Ну, я тогда в таком случае тебе буду еще побольше кидать их. Да? Побольше. Кину тебе их. Рассматриваю, как красиво сделано. Купи. Да, они 400 рублей, я говорю. Ну как раз, если ты купишь всю коллекцию, сколько их тут? Штук 100? Вся выйдет как раз 100 умножить на 400, 400 тысяч. Ну, как раз будет дорогая коллекция. Средства даже всякие, гель для рук. В городе такого не найдешь, тут найдешь 70, 85, перчатки даже. Дельфинчик. Там, кстати, видел, тарелочка есть. Картина, которую я рисовала. Смотри, вот она. Да. А, я ее рисовала. Что-то мне знакомо. Я собираюсь рисовать, кстати, масло. Собираюсь. Вот Дима в садик пойдет подольше, когда останется, я буду ее масло рисовать. У меня будет на кухне такая висеть картина. Возможно, кстати, с вами будем рисовать. Что-то непонятно. А, свечка. Украшения какие. 380. Он темнеет, а, наверное. Там было светло. Дороги такие хорошие. Но лошадки такие обычные. Все проехали. И раз свадьба, подъехали к церкви. Когда подъехали к церкви, как сошли на путь, свой ум верхней школы спала. Поворачиваем, и нету ветра. Так тепло, тепло, тепло здесь, но шумно. Пришли на дискотеку, думали, дискотека будет, а тут нету. Тю-тю, дискотеки. А мы так надеялись, что будет дискотека, да? Мы надеялись, думали, попляшем, отдохнем. А мне кажется, сейчас он повернет и начнется ветер. Думали, отдохнем, попляшем.
Смотри, волны, барашки там видны. А там вон есть звезда. Она с небом. А ее не видно. Какой-то город появляется. Да? Женька. Какой-то город. Нас покормили. Плохо. Плохо покормили нас. И все кушают. Заказали заранее, оказывается, ужин. В другом ресторане. И все там кушают, сидят, представляете? А мы голодные. Ну, я голодная. Вообще не наелась. Ну, полчаса прошло, и я уже голодная. Все. Ну, Женька какой-то вроде сытый. Ты сытый, да? Сытый? Сытый. Тебя вообще что-то не видать. Вот так вот. Кушать хотим, ходим.